и говорить особо не люблю. Тут две дороги, туда ведет, то туда ведет. Не знаешь, куда идти. А там что у нас за окном, если я сейчас мордой туда? Ёлки? Путь, сказал монтёр. Там чё? Ты смотри, что-то такая вот, просвет такой там. Интересно, что там? Блять, надо было капюшон надеть. Фига себе. Напоминает фильм «Туман» по Стивену Кингу. Фиг его знает, возможно. Лагеря-то в основном у речек, озер. Видосики, видосики. Ну да. Да, но где лагерь? Ну он, по идее, здесь должен быть, с этой стороны. Или с той. Ну раз туалет с той стороны, значит он здесь. Вот дом вижу. Там? О. Прямо по курсу. Меня больше возбуждает интерес, когда здание неприступное. Залезь. Честно говоря, все время думаю о юном технике. Ух ты. Ну хоть дома стоят, это урадует. Снаружи. Смотри, как вспышка поможет. Есть. Ну да, вид-то, конечно, удручающий. Да, это не говори. Ты меня что-то пристрастил к ним.
Я раньше их не любил вообще. Так, ну там, по-моему, то же самое. Самана. Так. Поселок Вырица. Наскальные рисунки всегда вызывают интерес, но не у всех, к сожалению. Да, сохран тут, конечно, как мы видим, нулевой, но тем угиря и полезней, что это угиря, тем они интересны, сама атмосфера здешнего места. Да, придется обходить. Ни хреново дерево упало. Я так понимаю, это корпус общежития был. Какой-то типа. Фу. Такое чувство, что тут жарят шашлыки. Ну что, зайдем на пару минут. Там Саня. Так, а где выключатель?